количество колебания по закону синуса и косинуса. Гармонический закон – это закон такого колебания по описанной функции. Гармоническими функциями она называется косинуса. Значит, эти гармонические колебания отвечают уравнению. Вы знаете его хорошо, уравнение, ребята. Так вот, значит, это исходное уравнение мы должны все время помнить. Вот она, значит, смотрите, какое. Вот не будет, значит, когда она помнит, давай. Вот смещение атома по машине проблемы тремя числами. Вот. Значит, это узел кристаллической решетки. Мы рассматриваем простой решетку. Мы сложная решетка мы встречаться будет. А сейчас, сегодня мы уже все разобрали, что касается простой решетки. Но вдруг и такие закономерности будут рассматриваться, которые, в общем-то, и для сложной решетки справедливы. Но их простой решетки, естественно, проще понять. Так вот, и так положение, значит, в простой решетке является число n. Это три числа n1 числа 3. Да, это r. Теперь, значит, это r, вектор трансляции, хорошо мы его знаем. Вектор, это вектор, и плюс смещение. Вот это смещение, вот мы сейчас занимаемся тем, что рассматриваем колебания. Смещение положения равновесия около положения равновесия фиксируемых узлами кристаллической решетки на определяемой векторной трансляции. Вектор трансляции. То есть вектор. Пишу, чтобы это, значит, хоть немножко что-то, может быть, запомнить. А2 плюс N3, А3. Вот кто записывал-то у меня эту самую... Вы мне дали, да, посмотрите на сайте запись. Значит, смотрите, я плохо, конечно, пишу формулы, из-за этого все это плохо. Вот. Ну, кроме всего другого. Да, так, значит... Что делать? Я просто буду пытаться, конечно, сейчас дальше, но будет больше формул будет. Буду писать лучше формулы, но это тогда намного медленнее будет получаться. И поэтому я вот из-за этого у меня времени не получается, чтобы хорошо писать формулы. Ну вот, вот значит, смотрите, n1, n2, n3, вот значит векторы. Векторы. Вот, значит, вот эта формула, да? Теперь, значит, мы вот для этой функции пишем уравнение. Уравнение такое, вроде просто ньютона. Масса атома, а масса одного атома в каждом узле сидит атом, так вот в каждом узле пишет для смещения. М, узел веточка вектора горизонтального времени, это зависит от Т, равняется сумма по N штрих, А, N, ну, я вот это написал, А, n, n штрих, значит, здесь он зависит от n, у, n штрих, от t. Значит, если это вектор у нас, так мы здесь написали, то это, значит, здесь компоненты вектора, вот альфа, здесь тензор, альфа, путы. Извините, вот здесь тоже, вот это тоже плохо, что я путаю сейчас. Вот и йод. Вот это вот тензорные значки. 1, 2, 3, ликс, y, z. Я их писал альфа и бета, потому что, ну, иногда так делается, это привыкли. Это может два таких варианта. Но альфа и бета сейчас у нас заняты будут греческие индексы, они заняты, сейчас мы скажем, ветвями кристаллической решетки. Так вот, ветвями колебания кристаллической решетки. Так вот, значит, вот это уравнение исходное. Вот оно. Записали его. Более того, мы проанализировали, напомним вам. Давайте вспомним. Значит, мы проанализировали его эллиптическое приближение. Вот это оно написано, так называемое эллиптическое приближение. Если мы, значит, у нас эллиптическое приближение справедливо, эллиптическое приближение означает, что электроны движутся за ионами вместе с ионами, не отставали от них, как они в статическом
случае в основном состоянии зафиксированы, если нулевые колебания, значит, не учитывайте. Можешь сказать, что они зафиксированы как-то в каком-то определенном положении узлей. Вот это. Ну вот, так если вот так мы зафиксировали их, так они также вместе движутся при смещении ионов. Вот что такое адиабатическое приближение. Оно справедливо всегда. Если оно не справедливо, тогда мы писали, уравнение будет как бы не локально по времени называться. Вместо вот этого, значит, будет интеграл от минус бесконечности. Вот старого хода, когда началось это, включилось это взаимодействие между ионами. Вот до Т, значит, ДТ'. И вот здесь, значит, А, та же самая, И, Йод, та же самая, Н, Э'. Так, ну и здесь Т'. Вот. То есть это запаздывание по времени этой вот силы, эта сила, действующая на ион. Это уравнение иона. Так вот, все действительно ион, это определяется вот это, она пропорциональна смещению самого иона. Можно просто написать, это Fn. Так вот здесь можно написать Fn, вот с этой запасами. Вот. Ну, это или Fn, так сказать. Вот. Значит, так вот, значит, это запасами. И здесь У, вот это У, стоит уже теперь запаздывание. То есть Т'3, в момент времени Т'3. Вот, и соответственно, значит, у нас сейчас немножко запаздывают. Как хотят, так и запаздывают. Хотят, насколько они хотят, определяется вот этим вот ядром, то есть это интерсоотношение. Значит, это эта сила, то есть это выражение соответствующее, оно определяет, как, насколько сильно это запаздывает. И значит, мы записали это уравнение в гармоническом приближении, и значит, соответственно, мы перейдем сейчас в гармоническое. Гармоническое приближение по углице, еще могут быть минусы видения, если минус y, почему? Потому что гармоническое приближение здесь нет. M омега в квадрате U, теперь от омега. Заходите. А там ключ строится энергетическая маленькая? Ну, уже вас и закрыло, когда кто-то в родильный кадрмент. Положите его сюда. Что? Я просто забыл бы вас отключить. Ну вот, итак, значит, вот я тоже напишу, стираю. Это тоже плохо для этой записи. Вот. Вот так вообще-то, значит, можно и слушать, хотя. Вы знаете, что я этот момент как раз чуть-чуть. Надо слушать. Надо эту науку, любую другую науку, серьезную, все же слушать, как рассказывают. Пусть даже там этот рассказ как-то несовершенен, я не заботился о разных каких-то качествах и так далее. Я просто разговариваю с вами, беседую. И вот эта беседа, она тоже, значит, полезна. Вот это разбирать какой-то материал, видимо, такой вот беседы, значит, чем читать такой уже соответствующий схоластический этот текст, он написан так, чтобы, значит, ничего там лишнего не писать. А лучше, когда лишнее есть, но все же вот как-то немножечко иногда условиться лучше у того, кто хочет этого, так скажем. Ну вот, значит, поэтому вот я значит, говорю, пишу, поэтому значит, можно и слушать, но вот, к сожалению, формулы пишутся у меня не всегда хорошо. Ну, значит, вот так. Значит, вот это теперь вот в этом Фуре представлении. Фуре представлении, значит, мы все величины считаем зависящие от времени, считаем функциями пропорционально просто действия не сияния даты. Вот, значит, подставляем. И тогда здесь будет уже фурье-образ этой функции. Видите, я все далеко назад забрался, но хочу напомнить, как бы все это. И йод от n, n' омега здесь. Вот. У
Йод, Н, штрих, Н, штрих. Вот какой, фу, правильно, омега. Вот. Так вот, значит, вот какая штука здесь. И, значит, тогда мы говорили, что такое электрическое движение. Это когда вот это, сила такая, что она не обеспечивает отставание. То есть может преувеличить им отставание. Действие вот этой силы, которая пытается задержать немножечко электроны от движения его. Вот, значит, это вот мы говорили, вот это что не будем сказать, значит, какой-то задержание там достаточно низкое. И она действительно, мы вот все, в конце соотношение частоты. Так это частоты действительно в реакции очень часто в широкой, так сказать, области, что ли, вот этого, этой науки, она действительно мала по сравнению с частотами электрон, с энергиями, квантами, что ли, энергии электрон. Поэтому, значит, ее можно вот, не учитывать. Но тогда мы получаем вот это уравнение, да? Мы получаем вот это уравнение. И Фурье-образ его будет просто минус здесь, это убираем. Здесь омега ставим. Вот и, значит, здесь тоже омега ставим. Вот это будет. И здесь будет, значит, фурьевый образ. То есть, ну, если N остается, а значит, тут нет зависимости. Ну вот, значит, вот такая, значит, такая ситуация. Это первый пункт, который мы прошли в прошлый раз. Или даже позапрошли. Значит, второе. Вот это уравнение. Вот как уравнение, которое мы должны знать. Мы вот это не сможете видеть. Значит, это уравнение, которое мы должны знать. Вот это динамическая силовая матрица. Она определяет силу, действующую на ион, такую, которая, значит, ион определяет эти колебания. Гармонические колебания около положения атмосферы. Гармонические не потому, что здесь линейная. Вот сила пропорциональна смещению просто. Это, значит, малость предполагается смещение. То есть если мы сейчас будем энергию, ну или и силу вычислять в следующих приближениях, это мы будем еще. Это надо, обязательно надо будет на нашей науке. Ну тогда это будет гармонические уже приближения. Там уже будет, значит, другая ситуация. Вот. Значит, другие уровни. Но там хорошо, но вот тех, просто мы это делаем не сейчас, а именно тогда, когда это нам надо. И там, значит, опять же, в силу малости вот этих смещений можно сделать так, что эти сами уравнения нелинейные. Для наших там целей будут не нужны. На самом деле, если будет нелинейные уравнения, мы все решать, как же коррелируется все. Ну это нам механика, это механика нелинейная. Она нам, в общем-то, в том. Не будет нужно. Мы будем просто разложением энергии тоже делать. Ну вот, итак, вот это значит, его нужно хорошо очень сейчас исходит. Вот такое вот уравнение. Динамическая силовая матрица, она определяется силами. Вот мы, значит, что в гармоническом приближении получилось у нас? Вот давай, значит, это тоже будем хорошо понимать. Вот это теперь ничего нет. А в гармоническом приближении, аллергическое движение, это значит А и йод от Н, Н штрих равно, смотрите что, это Д, Е, 0, просто энергию основного состояния надо продифференцировать фактически по Д, Р, Н и по Д, вторую производную, по Д, 2, Р, Н штрих, вот что это такое. И взять ее, ну, правильно здесь будет дифференцировать, поэтому она будет, ну, как бы вот это, допустим, смещение, а не вот, значит, тогда вот так вот можно здесь напилить. Еще здесь круглое, да? Вот. Вот здесь тоже напишем круглое, да? Вот. А, значит, здесь возьмем, что производная берется при этих круглых равных узлам, то есть из ритма процесса. Вот такая, значит, что это такое, шумерить, если какое-то простое приближение. И тут еще заложено не только адиабатическое приближение,
А нечто еще, сейчас, может быть, я и скажу, это полезно. Значит, вот это приближение начинает получаться, нужно знать просто энергоносного состояния. Ну вот сейчас мы сегодня говорите об этом, значит, что энергия основного состояния в этом проекте, вот так вот, сумма тут какая-то энергия у нас у ТР минус РР. То есть это такая вот написана формула простая, которая называется формула Борна, да? Ну тогда вот, значит, функция будет дифференцироваться по этому. Это будет та самая функция, которая вот это вот, ну рисуем. На самом деле она важна только вот ее макс, минимум, то есть. Вот. Ну а значит, он, если полная резерв, то вот так. То есть вот этот минимум. Вот эта функция минимум все чуть-чуть. Вот а да, и собственно, и колебания происходит. Вот значит, энергия полностью. Вот такая вот вещь. Значит, это будет. Динамичность его заключается. Вот мы сегодня как раз ей будем заниматься. Сейчас я просто перечислю те результаты, которые получены, и значит, подойдем уже к этому вопросу. Ну вот. Итак, значит, уравнение вот это. Да? И дальше мы что сделали, да, с ним, с этим уравнением? Мы его ну, как бы решим. Это уравнение только условно одно уравнение. На самом деле их таких уравнений сколько? А вот давайте еще раз вспомним, что, сколько у нас сейчас дисциплинарных систем. Мы ввели периодически ограниченные условия. Это мы про себя анализировали, когда в турнире пришли к этому, что необходимость это сделать. И мы, значит, ввели конечность объема кристалла. Вот мы конечность объема кристалла. Вот это, если у нас эта векторная элементарная дифференциация производит этот параллелепипед, то мы вот это подобному этому параллелепипеду огромный параллелепипед рисуем. Значит, вот он весь этот параллелепипед состоит из этих, в результате вещественности состоит из этих вот ячеек, образованных вот этими параллелепипедами, да? И вот это, значит, их всего вот по этой стороне N1, N2, N3, вот сколько их. Значит, N равно этих ячеек. Так вот, значит, вот это, значит, получается, что, ну, тут немножко условность некая заключена, не совсем различная, ячейка будет. Не важно. Вот, значит, вот это основная область кристалла. Так мы задаем периодически ограниченные условия для этой вот величины, зависящей от R. Значит, от R. Это U от R, да? Значит, ну, вот, значит, это периодически ограниченные условия. Мы означаем, что мы здесь... Вот она вот на этих границах равна смыкающемуся с ней другому параллелепипеду. Вот. Значит, и соответственно мы, если нарисовать квадратную величину, то мы имеем совокупность вот так вот этих вот ячеек, которые на границах, на границах которых смещение совпадает. Ну, просто это. По предположению этому, потому что, значит, нам можно так делать, потому что большое слишком все это количество атомов. И как эти, что происходит с первыми атомами, даже из вещественного. Вот, значит, это получается, значит, периодически ограниченные условия определяют нам объем кристалла. Вот у нас N атомов в этом кристалле. Объем этого кристалла V равен N умноженное на V0 объем элементарной ячейки. Объем элементарной ячейки, вот обратите внимание, значит, там я увидел там шучку. А1, А2, А3. Так вы, я надеюсь, понимаете разницу между векторным произведением и скалярным. Здесь скалярное произведение. Значит, это скалярное, да? Скалярное. А это векторное произведение, значит, не надо объяснять, уже это какой-то уже такой взял, даже должен ниже головы, хорошо. Ну вот так. Значит, вот это В0. Вот В0. Значит, это объем В0, это N атомов. Так вот я говорю, значит, вот этих уравнений таким образом. N штук этих уравнений. Сколько у нас смеется. Даже если правильно сказать, не, а три, потому что, кажется, компоненты, три компонента.
n этих уравнений, да? Мы должны описать. Вот эти n, значит, это еще значение будет. Разные для разных наборов. Там видите самое индексы. Вот поэтому получается три n уравнений. И теперь эти три уравнения мы n уравнения анализируем. Анализируем так, как это делается для гармонического колебания любой механической системы. Любая механическая система, как называется, да? Значит, которая имеет положение равновесия, находится в положении равновесия, ее малые движения этой системы представляют собой гармонические колебания от положения равновесия каждой из частиц составляющей системы. И значит, поэтому вот это по той же схеме анализируется. Он упрощается, это анализ этой схемы именно из того, нашего кристалла, из-за того, что это динамическая силовая матрица удовлетворяет силу трансляционной инвариантности нашей силы. Но суть в том, что это, значит, это при смещении каждого атома на какой-то атомно-статический ряд, он на какой-то одинаковый вектор, так сказать, трансляции, это самовлечение не изменяется. Поэтому она функция только разности векторов трансляции. И вот сила вот этого, сила вот этой ситуации, значит, она это уравнение анализируется очень просто. Она анализируется просто под постановкой, что А, то есть не А, У от N равняется, ну то есть это У все равно, что У от N, да? Так вот она функция У от N, это будет просто У, ну я уж омега тут еще не вписываю, а У от омега и К, Е в степени И, К, Р, Н. Вот она какая функция Р. Здесь амплитуда какая-то, именно экспонента просто. Да, гармонического экспонента, синус и косинус. Так вот, значит, это гармоническое упражнение. Почему потом и называется гармоническим? Потому что это система уравнений превращается в систему уравнений для амплитуд, а сами смещения изменяются как со временем, так и вот в данном случае главное то, что они изменяются с вектором трансляции по закону синуса, по синуса. А комплексная величина экспонента – это чисто математический прием, используемый в Фурье-анализе. Это вы должны очень хорошо знать. Теоретика – это просто такое все, что вы сможете. Ну вот, значит, получится, значит, это вот так вот, значит, если мы сейчас подставляем вот это в этом виде, то мы получаем просто уравнение для… так, уравнение для… Вот здесь омега квадрат. Омега квадрат. Вот. Значит, это будет просто уравнение для амплитуд У от омега и К и равняется А. Значит, здесь она не N, а будет от К. А от К и идет, У идет от омега К. Вот какое получается уравнение. Их всего получается этих уравнений три, правильно? Три уравнения получается, потому что три компонента предъявляются. Одно будущее. Вот какое уравнение. И значит, это получается уравнение три, система трех уравнений с тремя неизвестными. Ну, правда, неизвестное, оно однородное уравнение, то есть нет однородности, поэтому, значит, соответственно, оно неизвестно здесь с точностью, то константа по атомии является точностью константы. Но все же оно как-то определяется. Является оно в силу того, что нужно получиться, чтобы отлично то ля были эти У, оно есть уравнение для. То есть оно должно быть для этого уравнения, которое получается при равном виду этого определителя. Вот, вот это вот при равном виду определителю здесь дельта и йод, а здесь и йод.
кредитной матрицы, ну, наверное, люблю. Вот матрицы, которая под, стоит под, 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 под этой две четкие части, и не взять детерминант. Детерминант. Вот, этой матрицы. Вот это же Петра говорил. Ну и, значит, соответственно, мы отсюда получаем уравнение для определения частоты. Три уравнения будет. Три корня будет у этого уравнения. Это уравнение кубическое относительно омега квадрат. Вот один, два, три. Три ветви называются колебания. Вот три частоты колебания. Вот с какими частотами должно быть колебание происходить. Только с такими частотами пришел. Сколько этих частот? А столько значений k. А значений k столько, сколько что? Как? Кто ли? Опять же, смотрите, идем дальше. Значит, если мы k прибавили вектор обратной решетки, то тогда вот эта экспонента не изменилась, да? Потому что вектор обратной решетки нужен, да? Он так и определяется, равен единице. Прибавление ничего не дает в этом эксперименте. Следовательно, все у нас, все зависимости от волны ветра, является периодическими обратной шутки. Вот она, обратная шутка, где работает у нас полный период. Ну и тогда, значит, соответственно, у нас, значит, совокупность физически различных векторов, волновых векторов вот этих вот, да, находится внутри ячейки элементарной, ячейки обратной шутки. Внутри ячейки обратной решетки. Это элементарная ячейка обратной решетки, называется зона определения. Она рисуется не так, как вот это, а всегда так, как многогранник, образованный вокруг каждого узла обратной решетки. Обратная решетка имеет узлы, вот в уровне конвой есть многогранник, который определяется, ну, значит, вот я рисую всегда в этом случае квадрат, потому что мне многогранник рисовать трудно, естественно, на доске. А вы теперь в картинках в интернете, ну, откройте зону Брильяна, знаете, наверное, это. Когда вы меряете все зону Брильяна, возможно, не думали. Вот, поэтому, значит, вот эта зона Брильяна, значит, она для кубической решетки, будет такая же, такой же кубик. Но, правда, есть только такая, что для грани центральной она будет объем на центральный кубик, а для, значит, наоборот, не наоборот, вот. А для простой кубической, она будет тоже простой кубической. И для других там решеток, она будет те же, вообще-то, элементы симметрии содержать, что и, значит, что и прямая решетка. Но есть некоторые нюансы. Ну, что мы это научим? Okay. То есть, по крайней мере, ясно, что она определяется целиком, приморочку, залили, обратная шутка уж, правда, значит, определились после технических, так сказать, момент. Ну вот, и да, значит, вот, теперь мы, значит, сколько этих колебаний можно написать? Да вот тоже 3m, вот, и все, то есть 3m значений получается, по сути, этой частоты, но еще альфа, то есть 1, 2, 3, и если n всего, значит, семейство, то вот, вот раз, два, три, это и есть 3n. 3n всего колебания, если есть раз, два, три, плюс набор значений равных n векторов, значений вектора. Вот, значит, получается, что 3n значений вектора. Возможные колебания. Вот. Значит, эти возможные колебания, в принципе, значит, сейчас мы должны к чему прийти, что в принципе любое произвольное колебание является комбинацией каких-то вот этих вот колебаний. И это делается как? Вводится, значит, анализировать уравнение для амплитуд, вот это, подставляя эти решения. Вот решение уравнения омега альфа от k, омега альфа от k. Омега квадрат, значит, не осилили, а омега просто пишет. Омега вот так вот. Вот. Значит, подставляем сюда и анализируем это решение теперь на этих амплитуд. После этого, значит, после того, как мы проанализировали, мы получаем следующее. Значит, мы получаем, ну это просто нормальные,
моды, гармония, координаты. Вот, значит, моды и координаты. Значит, соответственно, значит, когда мы записываем, посмотрим сюда решение этого, возникает, значит, можно это уравнение свести к трем независимым уравнениям для векторов единичных. Можно их нормировать, потому что точно касательно вот этих векторов единичных, которые зависят от корядка, и это есть, называется, вектора поляризации. Вот после того, как мы это уравнение диагнозовали, ну, ладно, если можно диагнозовать, диагнозируем тогда каждому этой уравнение, это будет соответствовать одной из решений этого. Значит, вот, значит, мы получили три ветви, три решения, значит, соответственно, и каждое решение из вектора поляризации. Вот, значит, векторизация определяет нам, значит, соответственно, три, то есть направление вектора поляризации определяет направление распространения, как бы, вот этой волны, значит, мы напишем минус е вектора, то это вообще на волна, в принципе, то есть, раз мы следующий вектор рассматриваем, то это волна, движение такое. Ну, а если мы, как, на самом деле, здесь немножко фиксировали это, ну, тогда, значит, это будут волны, которые, значит, ну, дискретное значение имеют, частотное значение дискретное, да, он насквозь всего этого многообразия. Но, значит, внутри-то, значит, вот у нас есть только такая совокупность волн, которая, как бы, с определенным образом зафиксирована на границах. Вот это совокупление на границах, ну, как бы, можно и построить стоящие волны, и будет как бы совокупность стоящих волн, которые, значит, движутся на границах, ходят, и вот они это есть. То есть она как бы туда и сюда пошла, и вот мы по совокупности этих двух туда-сюда идущих волн, и есть реально такое понимание. Так вот, значит, мы должны сейчас, когда мы подставим это сюда, то мы получим совокупность уравнение для нормальных мод. Вот нормальная мода, значит, это нечто, которое состоит из, ну вот это соответствующий экспонент, ну это временной множитель относится к двум, вот, ну это одно множитель, которое, ну, определяется той механизмой. Так вот, значит, смотрите, я пробую такое. Тонкость в том, что нужно множитель написать, который на группу. Значит, вот она, это множитель этот. Сейчас напишем. Нормальная мода. Нормальная мода. Забыл, ну, я обозначаю. Фи, Н. Так, сейчас фунты. Правильно написал. Значит, фи. Значит, смотрите, К, альфа от N. Ну, можно писать РН, а можно и так. Значит, просто N написать. Так вот, значит, здесь что? Как я сказал, вектор поляризации и, значит, экспонента. Но множитель можно быть какой? Ну, этого, помните, его там нельзя. Но, значит, вот, для того, чтобы они удалили сумму номеровки, которую сейчас тоже напишу, напомню. Значит, Е. Вот это значит у нас тоже вектор начинается. Так, это вектор. Так, вот здесь я пишу К альфа, правильно. К. Вот вектор пишу. К альфа, да? Так вот здесь есть и К. К. Р. Вот она какая получается. Нормальная мода. То есть каждой частоте соответствует вектор поляризации. Вот определенная волновой этот. То есть функция гармоническая, когда мы привлечь ее как она появится, да? И вот, значит, это вот то, та функция, по которой можно в виде суммирования которых, и для довольной функции, и суммирования которых, может быть все, любое колебание. Любое колебание является, вот сейчас мы это как раз напишем, нормальная колебация называется. Нормальная колебация – это как раз коэффициенты при этой моде, которые задают
какая, то, какая доля в данном заданном колебании содержится от этой энергии. Колебание всегда происходит с этими частотами и с этими волновыми векторами, которые мы определили, множество которых мы определили. Ну, а вот, значит, произвольное колебание есть просто отдельная функция этого. Это значит, фактически это просто решение той системы уравнений исходной, значит, однородной, которая вот, которая представляет собой, мы не видим, что просто процедуру применительно для этого нашего случая, случая кристалла. Вот. Итак, вот, значит, сейчас. Сейчас я пропущу приближенные этой формулы, на этом я уже раз остановился. Значит, смотрите. Значит, вот, ну, во-первых, я значит, сейчас напишу это, то, что я просто рассказал. Никто в том числе технического, конечно, бы нам неплохо это ее знать, но, знаете, мне тут всегда хочется проскочить как-то это все. Ну вот, значит, поэтому я немножко так только думаю, как оно уже делать. Как нужно делать? Вот, всем, то, что я пишу, в принципе, надо математически вывести, доказать. Но видите, это такая, я вам понимаю, что это небольшая дуглазня, это нужна форма, бухгалтерия, которая. Но она необходима для теории. Ну вот, значит, вот так. К штрих, альфа штрих, вот так, собственно, а да, вот здесь штрих, альфа штрих. Так, вот n. Вот сумма по n, вот я сейчас пишу, условия на жопу сейчас пишу. Фи, к, альфа, от n. Вот если суммировать вот эту конвенциональную трансформу, то это будет дельта символ. Это вот и есть условия, это называется, векторов этих. Векторов, имеющих, знаете, большое значение компонент. Вот у них столько компонент, у них сколько значений этого R, то есть L значение компонент. Значит, вот она, это условие, например, дельта К, К штрих, дельта А, А штрих. Вот есть и обратное, пока я по альфа, если посуммируешь, то будет, а здесь дельта на сочетание, то тоже будет дельта сильно. Ну вот, значит, это тоннер. Вот, значит, теперь мы произвольное смещение, я сейчас напишу это про произвольное смещение, как я записываю. Как я записываю, мы тем самым определяем уже нормальные координаты. Вот это нормальные моды. Значит, нормальные координаты. Вот это, видите, какая? Очень нужная такая вещь, ну, естественно, для теоретиков. Другие могут только это, ну, сюда, такая вещь, вот так вот может вообще делать. А записать никто не сможет. А вот теоретик должен уметь записать это. Вот единица на корень из, да? Сумма, посмотрите, что здесь я пишу, К альфа. И вот она, вот эта К. Извините, К, вот это нормальная координата. Вот в нее мы столкнем ограниченную зависимость от времени. Она, значит, не зависит. Е в степени. Так, сейчас, секундочку. Так. Нет, я зачем Е в степени пишу? Я, значит, здесь. Я должен фи. Фи. К альфа, так, стоп, сейчас нажмем, фи к альфа, а от т, а, так, нет, извините, не от т, а оно не т. Вот он, у л. Вот она, а т здесь, это, значит, это, вот этот коэффициент, нормальная координата. То есть, вот смещение, видите, произвольное смещение записано. Оно записано в виде линейной комбинации этих нормальных мод. Вот то, что я говорил. Значит, ну, это нужно вмирочение немножко, чтобы, ну, поскольку вот она, это вот штука, на самом деле, здесь это. Ну вот, значит, вот такая вещь. То есть мы, то, что я говорил, значит, любое колебание представляем в виде суммы. По вот этим, вот что определяет, ну, как бы квантовые числа наши. Ну, то есть это числа, значит, определяющее стационарное состояние системы. Типа, это механика, это родственное слово. Вот здесь вот
Есть эти стационарные состояния системы, это есть К и альфа, вот эти вот колебания. Нормальные, вот они нормальные колебания, чем здесь, нормальными модами. Вот по нему линейная комбинация, это любое значение. Вот. Значит, соответственно, ну вот тут сразу же другой сразу спросил, тут же у нас комплексная начинает, да? Значит, это что комплексная? Нет, это не комплексная. Это вообще, вот эта сумма так составлена, что она вещество. То есть она есть одна вторая сумма, я не буду приписывать, одна вторая на сумму это плюс комплекс напряженная. Понятно, да? То есть мимо часть не выпадает, и значит получается это вещественная начина. Так вот, это вопрос не праздный. Значит, вообще-то говоря, мы бы неплохо бы нам и нормальные координаты записать в вещественном виде. Нормальные сами. Так вот, это мы сейчас сделали. Я сейчас сумму, понимаете, ну просто покажу. Потому что это уж выкладки проделал здесь трудновато. Но долго ничего не соляет. Так вот, значит, смотрите, теперь мы вот что должны сделать с вами. Вот я напомню сейчас. Гамильтониан энергию этих колебаний. Вот значит энергию. Ну ладно, значит это туда значит, берем. И здесь напишем. Вот смотрите, я уже вам выписывал, как энергия-то как получится, если вот мы рассматриваем все. Достаточно вот начать вот с этого. Но здесь это начнем, вот это гамильтониан энергия. Равняется. Е0, это мясное состояние, плюс вот то, что связано с колебанием. А то, что связано с этим колебанием, оно вот записано таким образом. Сумма по n, n, значит, ну так, сумма по n, давайте. Сумма по n, кинетическая энергия, единица на 2m, на 2m, p, n, pn в квадрате. Это значит у нас кинетическая энергия ПН, это импульс иона, да, и плюс, значит, здесь еще одна вторая сумма, и вот здесь нужно написать то самое динамическую силовую матрицу, потому что вот, чтобы уравнение, которое получилось там, получается из этого, из этой энергии, вот уже как получается, вот N, А, Н, Н штрих, У, Н, У, Н штрих, так, и смотрите, из этого, значит, Ирис, пожалуйста, и идет. Вот. Вот она какая энергия, в каком виде записывается. И теперь нам нужно энергию выразить через вот эти нормальные ноды, нормальные координаты. Вот. Поскольку вот эта нормировка есть, здесь видите, как квадратичная будет нормально вот, возникать комбинации. И вот здесь это технический такой вопрос, для применения которого. Для решения которого нужно знать свойства обратной решетки. Так вот, я иногда доказательство делал этого соотношения, но потом как это вот отказался. Значит, потому что в силу этого сущности этого вопроса. Но вообще-то этот вопрос, как говорится, надо бы знать. Знаете что? Вот такое. Если мы берем какой-то волновой вектор Q, да? Ну, правильно, значит, задание как-то в том, также приятный образ, да, это ограниченная область, которая надо снимать с основной области. Да? Но это произвольный вектор, а не вектор обратно, решу. Так вот, значит, смотрите, возьмем вот такую сумму. Сумма по n, вот когда мы сделали, по-моему, это преобразование, которое сейчас напишу, ответ, который я сейчас напишу, у нас возникла такая фактически необходимость. Ну, так, E в степени I, Q, R. Чему это равна вещь? Так вот, это домашнее задание. Значит, доказать, что вот эта вещь равна. Там ничего не используется, кроме свойств обратной решетки, то есть обратной решетки. R сумма по m по значит этим собственным числам, нет, не как сказать, числам этой обратной решетки. Дельта Q K M.
Вот какая штука. Так, все. Вот эта формула ключевая для этой. Есть там еще одна ключевая, две ключевые формулы, которые используются при преобразовании соответствующих. Значит, оказывается, что вот эта сумма, вот эта, она начинает, когда этот кура обратно решил. Ну, может доказать, но значит, я сейчас не буду тут проводить, а просто напишу ответ, допустим, вот эти У поставили сюда. А эти П, ну тоже подставили, П, П, значит, П на М, значит, там как П с точкой равняется Д по ДУ, да? Вот, значит, сейчас, точнее, напишем. И, значит, получится, что дашь по ДУ, дашь по ДУ, П с точкой Р. Вот, значит, получится выражение для П. И, значит, тогда тут получится, значит, линейное положение нужно взять. Ну, это просто вообще. И, значит, тогда получится вот это выражение и вот это преобразуется. И получается такое очень важное и соотношение нужно. Любой
Любое колебание, вот это было здесь, оно может быть записано как в виде этих линейных комбинаций, тех нормальных форм. И вот улучшение вот этих две формы. Вот такая вещь. Теперь, значит, вопрос такой, что здесь комплексное значение входит в этих нормальных координат. Вот, значит, конечно, значит, надо бы иметь гамильтонианта, выраженным через вещественное влечение. И вопрос в том, а можно ли это сделать или нет? Почему у нас получается обязательно комплексное влечение? Можно. Значит, то есть нужно просто некое линейное преобразование, которое позволяет выразить эти, значит, комплексные величины, координаты, комплексные нормальные координаты, комплексные импульсы нормальные, через некое вещественные величины. Нормальные. Вот я, значит, сейчас это покажу вам, чтобы было, значит, здесь это. Этот вопрос нетривиальный. Если кто-то захочет заниматься какими-то действительно, более-менее нужными расчетами для этого. И он сразу столкнется с этим вопросом, как же быть. Вот. И, значит, соответственно, нужно прийти к тому, что нужно привести. Хорошо, значит, я тогда сейчас немножко. Да, совершенно верно. Ну вот, и так, значит, смотрите, вот теперь введем вещественные величины, координаты, вещественные нормальные координаты. Вот, x, так, они пишутся как вещественные. Х, альфа, ИП, круглые, ИП, К, альфа. Вот нормальные координаты. Так вот, смотрите, значит, П, вот это комплексный, К, альфа, выражается через эти вещественные нормальные координаты следующим образом. Так, 1/2, скобочка, П, К, альфа. Плюс P минус K альфа, так? Плюс I омега альфа от K. Так, I омега альфа от K. Значит, здесь скобочка Q, так, X K альфа минус X минус K альфа. Вот, вот такая комбинация. Значит, соответственно, Q, K, альфа. Аналогично. 1/2. Значит, здесь P, то есть 1/2 здесь X. Ну, это формула, так сказать. Она написана на каком-то нечистом виде, нечистом месте. Вот. Не так она важна, может быть, но просто если кто, значит, допустится для точности, понятно, то вот он допустим минус и омега альфа от К. Так, значит, сейчас, секундочку. Ну и помните, да. Так, хорошо.
Вот. И P K альфа. Вот видите, извините, такая форма. Минус K. Вот. Вот скобочка. Не комбинация, а вещественных. Значит, после того, как мы так такое сделаем, то мы энергию запишем в таком же виде, как вот. Вот. А значит, смещение и значит уже и, соответственно, тоже записывается в виде вещественного, значит, реальный импульс. Ну, значит, ну, сейчас, да. Вот, я запишу сейчас просто ответ, который будет. Значит, ну это я. Есть функция. Вылезает
вот как раз это время и этим мы усложняем, это переходит к вещественным причинам, что мы должны с косвенными и силовыми работать тогда. Ну и вот у них, значит, они туда вырезают, то там было просто экспонента, а тут, значит, на косвенном и силовыми. И, ну и, соответственно, импульс тоже так же будет. Хочешь с косвенными и силовыми. Мне это не знаю. Вот такая, значит, это, значит, ну, вот мы сейчас это кратко рассмотрели всю науку, я дважды вам это рассказал, но, опять же, я какие-то важные вопросы веду. Ну, там даже уже про другие, а эти важные вопросы я, значит, рассказываю, пытаюсь решить, чтобы это было понятно, о чем дальше, о чем мы говорим. Если это что-то не понятно, то тогда... Ну, хорошо. Значит, смотрите следующий вопрос. Перерыв. Значит, а потом следующий вопрос, который мы уже, значит, конкретно. Он касается будет сейчас. Сейчас у нас сегодня там сейчас уже частично мы закончим. Это вопрос о том, а как же вычислять частоты канала? Реально. Вот как? Все расписали, все, кроме частот, а частоты как вычисляют. А вот частоты целевые вычисляют, это значит, вещь, конечно, самая главная и непростая. И, конечно, это задача, но она решаем какие-то модели. Вот мы им разберем сначала. Сначала главное модели для расчета этих частот. Как же рассчитываются раньше? Да? Ну, значит, вопрос. Ну все, значит, сейчас перечек. Ну и еще будет Артур. Это все Саша. Артур. А ну не Артурчик. Итак, значит, следующий вопрос. Значит, мы должны помнить, говорите, который там теория пропасти. Смотрите, короче, значит, кристалл, в каком смысле, и одна из таких систем, у нас теория пропасти, правильно? Так а как же мы то, что мы сейчас в этой форме, какое они отношение имеют к сложной среде, которая может изменить кристалл, чем как-то. Понятно, других, когда мы, дискретность кристалла не существенна, когда мы самую заменим. Как это сделать? Вот вопрос. Получается, и при этом мы должны понять, как те величины, там, которые входят в теорию сплошной среды, как они выражаются через настоящий реальный кристалл, через атомы, ионы, из которых состоит кристалл. Вот они выражаются тем величинам, которые фигурируют в сплошной среде. Там они, как говорится, берутся извне, непонятно откуда, а здесь мы сразу поймем, а что делать. Вот это как раз мы обоснованием фактически решили заниматься сейчас. Ну вот, значит, смотрите, это здесь начинается с того, что давайте рассмотрим длинные волны, то есть когда волновой вектор умноженный на А много меньше, если параметры, да? А это межатомное расстояние, характерное, когда мы хотим характерное межатомное расстояние, то мы пишем этот параметр А. Ну, это размер атома, грубо говоря, размер межатомного расстояния в кристалле, они примерно одного порядка, но чуть в конце кабинете. А К это, ну, волновой вектор того, который мы сейчас рассматриваем, значит, если его как положено, как на фоне рассматривается, ну, вот так вот пишется, все. То есть, вот что, значит, лямбда. Пишется лямбда. Длина волны. Высокая связь. Ну, значит, соответственно, это А на лямбда много меньше единицы. То есть длина волны вот этой вот, которую мы рассматриваем, отвечающая колебанием кристалла, положение равновесия, может быть малый, буфу, может быть большой, малый значит, расстояние. Вот это условие. Вот при этом условии давайте сейчас рассмотрим. Ну начнем с чего? Начнем, значит, с этой
Ну, просто мы силу напишем, потому что надо написать не сразу силовую матрицу, но мы силовую матрицу должны поделать за шизы. Но, значит, мы просто берем эту силу. Мы смотрите, мы написали вот N, U с двумя точками равняется F, да? Уровень Ньютона. Так вот мы сейчас эту силу должны рассмотреть. И вот это теперь U от Rn у нас было, да? Вот это N, это U от Rn. U N равняется U от Rn. Так вот мы это должны дискретность эту превратить в непрерывность. То есть нас будем, если сами масштаб атомы несущественны, то мы можем это считать, заменить на непрерывную функцию координаты, да? Непрерывную функцию координаты. Вот, значит, это мы сейчас и попробуем сделать. Значит, мы вот это экран записываем. Это, ну, это то же самое, опять же, что f от rn равняется, смотрите, минус сумма. Здесь тензорные значки важны, поэтому я буду их выписывать сейчас. An от A, ну, n минус n, список тут будем писать, потому что, чтобы не промазать. Так, что мы не будем здесь. Это может быть. Да нет, ладно, откуда писать несколько? Это ничего не использует. А, ну это тоже Rn минус Rn штрих, да? Вот. Ну а это-то мы напишем уже в явной U вот от R Rn штрих. Тут Rn штрих была? У Rn это Rn штрих. И теперь что мы уже сделали? Вот Rn штрих и Rn фактически близки, потому что можно считать близкими, потому что это вот это есть функция Rn минус Rn штрих. Но когда мы вот это приближение берем, то мы... Извините, масштаб... пожалуйста, что такое R маленькая? Еще раз. R маленькая. Ну как? Координата. Просто R. Ну как? Вместо Rn мы вводим, ну, вектор координат. Это x, y, z. Радиус света. Точка берем. И заобретаешь, что это есть, и говорит, вот. Ну я, значит, в теории упругости не обозначает это большой буквы. Я вот человек такой, это просто то и радиус вектор какой-то точки. Вот радиус вектор это точка, вот, которая находится атом. У меня сейчас будет микрорайон тоже, поэтому что-то термо-радиоэлектрическое будет зависеть. Вот чем ничего. Ну просто это, ну, понятно, можно было бы просто это все заказать. Написать просто здесь R большое. И вот это радиус вектора произвольной любой точки, вот это x, y, то есть x, y, дужка, y, x, обозначает как R. Но немножко это дико обычно бывает, что. Ну вот. И вот, значит, вот это вот так вот записано. Теперь вот это вот что в этом напряжении сплошности предполагается? Или учитывается, что вот масштаб вот этот вот мал с точки зрения нуля атомного масштаба, поэтому, соответственно, вот эта сумма, вот это не силовая матрица. Она обращается в ноль при Rn штрих, сильно отличающийся от Rn. Поэтому вот это можно примерно записать, что это потому, что уровень Rn плюс добавка равна разнице вот этой. Вот как делается приближение, это вот суть самого перехода, например, по 6. То есть мы Rn, точку, которую берем здесь, берем ту же точку. А вы помните уровни теории пругости? Там, значит, вот R, и здесь было R. Здесь же не было связи R-R-4. Нет, тут от одной точки пишется уравнение. Вот мы это теперь используем. И мы видим сразу, в чем заключается приближение сплошной среды. В том, что мы вот эту силовую матрицу считаем, что она
ну, как бы приближение практически ближайшие соседи, то есть близкие только здесь входят. Ну вот поэтому мы пишем у Rn' равно у от Rn плюс, значит, du, сейчас я что-то напишу, чтобы... А, значит, я вот так немножечко написал. Значит, сейчас я напишу. Это правильно я написал? Но я сначала здесь попишу. Минус у от Rn. Мы тогда договорились, что так можно записать, да? Почему? Потому что это вот, вот эта сумма, если эту, ну, вот, значит, здесь это штрих, это от n-штрих не зависит, поэтому сумма по n-штрих от этого подорвается нулю, поэтому это просто добавил ноль. Но оно важно для нас для нас, потому что здесь у, как раз и входит у rn минус у n-штрих. И учится то, что вот это сейчас эти близки, поэтому мы это раз разлагаем. Но вот это раз, вот это само выражение у от rn штрих равно у от rn, как раз это величие. А второе, ну, надо написать второе, третье, значит. Тут нужно второе, третье. Так, значит, у от rn. Так, сейчас как это напишем? Не у от rn, а rn. Rn штрих минус rn. Так, rn штрих минус rn. D по d r n штрих у ну вот rn штрих здесь вот rn штрих прямо и в точке rn штрих равняется rn, да? И плюс дальше аналогично ну не давай нам не слагаем нам не понадобится в этом случае. Вы поверите, почему? Потому что сумма-то обратится на нуль. Ну, и значит плюс 1 вторая Rn штрих минус Rn. Так, и Rn штрих минус Rn. Так, сейчас тут, видите, появился тензорочки, я могу не прописать. Потому что это получается одинаково, а это не так. Вот D2 по D R N штрих, D по D R N штрих, значит здесь, соответственно, тоже у вот R N штрих, вот, и здесь это вот тоже R N, взято R N штрих, взято R N, вот так, вот какая вещь. Ну, значит, вот это слагаем, сейчас мы дорогосадки сюда и просуммируем по этому по n-штрих. Вот и все. И получается, что суммируем по n-штрих уже распространяется на известные величины, так сказать. Поэтому, но остается только вот это, потому что это нечетно по n. И, значит, в силу того, что тут тоже функции установились, получается сумма по n-штрих, а вот n минус rn штрих, да, на u от rn минус rn штрих. Rn минус rn штрих. Так, ну это еще на нуль уже прямой поменяем направление вектора Rn на минус Rn. Это будет другого знака. Та же величина с другим знаком. Следует знак равновесия. Ну или то, что просто как бы это нечетная функция. Rn. Разница. Это что, Rn нечетная? Это равновесие. Поэтому остается вот это вот. И значит вот это все слагаемое, а все выражение сил, для сил. Можно написать немножко. Одна вторая. Значит здесь я напишу у два штриха. Давайте сейчас это не пробуем. Давайте значит там, сейчас тензорные значки пропишем. Тензорные значки.
3 задачи, потому что это у нас крайне важно. Ой, ой. Здесь ее. Вот. Ну и значит здесь такой супер. Вот это значит какой-то компонент опять входит. Вот. А значит квадратичный входит вот здесь. Значит, так, как я сверху пишу, что я сверху. Значит, и так, извините, йод, 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 и здесь вот все. И йод, эль мы пишем, потому что к букву нехорошо писать. Вот, значит, эль, вот так вот. Можно переписать формулу? А? Перепишите формулу, пожалуйста. Хорошо, я перепишу, давайте. Потому что это... Вы ее хотели посмотреть, тогда значит, конечно, надо написать. И сейчас перепишем здесь. Чего? Сейчас я перепишу, что пишет. Ну вот это понятно, форму, да? Вот, а ту формулу я сейчас напишу. Давайте посмотрим. У от R, R штрих. И, это компонент и, да? Вот, значит, это у. Так, это только R-штрих вот здесь. R-штрих вот здесь, вот. И. Так, значит, у, и, то вот, R, N. Значит, так, ну, это можно вверх написать. Так, плюс, скобочка, R. Я не буду писать тогда линейным словом, тоже она обучается, ну. А, значит, будем мы сразу вторая сторона. А вторая. Н штрих йод. Р минус Р Н йод. Да? Теперь Эль. Р Н штрих Эль минус Р. Н штрих Эль. Йота и эти компоненты. Вот. А здесь, значит, будет D2, U, IT. Вот IT, вот он. IT входит. А здесь будет D, R. Ну, здесь можно по RN писать производно. Но, так, только здесь N. Да. Значит, здесь можно писать R под RN. Но можно по RN штрих. RN штрих. Тогда скобочку сделаем. Так, Rn штрих. Значит, смотрите, йод. D по D Rn штрих A. Вот, Rn штрих A. Вот. И, значит, здесь скобочка. И это Rn. Ну, все Rn мы уже заменить на Rn. Rn штрих заменить на Rn. То есть это Рн зависело, мы в принципе по Рн шли, и Рн шли замедленно, да? Все здесь зависит теперь от Рн. А от Рн штрих зависит только вот эти разницы. Вот, вот, вот. Теперь, значит, вот эту нижнюю, продолжая эту формулу, она тут видна, да? Вот она. У, от Рн. Рн здесь Рн. Вот. Значит, продолжаем. И она, значит, теперь вот это уничтожилось с этим. А осталось это. Здесь осталась одна вторая. D2 U по D Rn. Ну теперь мы Rn можем заменить на Rn, потому что не писали тут скучку. Rn. Значит, I здесь. J. D Эй, да, вот эта скобочка, да, вторая производная, вот. Входит вторая производная, ой, здесь давайте для верности напишем от РН, вот. РН, вот. Вот такая вот входит, да. Значит, здесь дальше будет сумма, ну, минус вот это оставим здесь. И, значит, сумма по n штрих.
Вот она сейчас обратно, смотри, что если без вас. А от Rn минус Rn штрих, да? Вот. Значит, смотрите, здесь так, значит, здесь я не прописал. И так, так, значит, смотрите, Fn и здесь, и йод. Вот. Так. Йод. Вот. Йод. Значит, здесь йод. Здесь йод. Прописываете n и йод. Вот. Там сумма, значит, сумма по трем индексам n и йод, да? Сейчас. Нет, здесь под, но если по йоду, сумма по йоду идет. А там n еще? Нет. n это сумма по n, само собой. Сумма n штрих, вот она идет по этой. Так две суммы. А? Так две суммы тогда должны быть или нет? Нет, ну видите, мы же, конечно, две суммы, но мы же не делаем так. Сумма по йод, пишем, сумма по n, сумма по... Так все книжку и делали, конечно. И все, сколько здесь секретов перемен, сколько суммы пишем. Нет, мы все пишем по линейку. Это, значит, уж обычное такое. Если мы вот эти суммы... Да, вы читаете в старых книгах, посмотрите. Там действительно есть такое, что это... Но еще более старых книг. Там вообще в уме представления никакого нету. А только косинусы и синусы. Вот это, значит, потому что вы видите русский. Но там зато все можно посадить. Вот, легче. Ну вот хорошо, значит, теперь что вот это... значит, ну, давайте сейчас немного посмотрим. Здесь и йод. Так. Значит, здесь, смотрите, йод, вот этот, значит, йод я напишу сейчас, так, вот, йод, а тут, Лм, я М буду назначать, я вообще не знаю, если еще есть, можно, так, Д по Д, так, сейчас, если лучше у меня совпало с тем, что у меня есть, я, значит, напишу так, Л, Л, да, здесь Лм, вот. Ну, это можно так оставить, потому что здесь и пойдет у нас суммирование. Вот это вот, смотрите, вот тут сумма подразумевается. Вот 4 сумма по йод, по повторяющимся значкам. Здесь сумма пойдет. Если вы уж сумму сейчас начнете выписывать, то надо тогда выписывать ее. Значит, сумма пойдет, сумма по регистрации. Вот эти две суммы уйдут, потому что эк здесь тоже входит. Да? Ну теперь я букву йод вынужден обозначить через L, а букву L через M. Потому что у меня йод тут занят. Вот. Значит, тогда здесь это будет И, здесь L, и здесь L. Да? Вот. А здесь, значит, будет, значит, так, И. Йод, а здесь R, так, значит, ну это R здесь вектор, а здесь, значит, так будет RL, значит, RL, N минус, N штрих минус, да, L. Так, и здесь будет R, M, N штрих минус R, M, N штрих. Вот какая будет сумма. Вот, значит, это в этой сумме можно замену сделать. Вот эти вот разности обозначить одной. И получится тогда это просто будет сумма по N штрих, A, и идет, A и идет. Вот R, N, вот, умноженное на R, N, на R, N, вот какая сумма возникает. Смотри, значит, получается здесь не коэффициент, тензор четвертого ранга, И, J, L, N, вот это тензор четвертого ранга.
Нам вот это второе производит. Значит, теперь мы можем объявить константой, значит... Она же там d2 по du йота. Ну как это? Ну йота, но я заменил теперь. Йота, это по сумму, по йоту пришла. Я, значит, вот я сказал это. Значит, смотрите, я, ну в каком-то смысле, надо вот сразу это сделать, потому что йота прямо занят. Я здесь написал A, вот здесь. Но это все равно, потому что по A суммирование вот здесь идет, вот она. Поэтому мы суммируем. Вот она, A. Да. Теперь я A заменил на M. Вот я что сказал, M. Ну, это можно не делать в этих формулах, а мы уже здесь сделали это. Это ничего не совершенно неправильно. Вот. Вот так здесь, значит, все. Нет, у нас же там было в скобках, мы расписали у йота. У нас там у йота и должно же возникнуть, и сумма по йота еще. Ну хорошо, вы правильно говорите. Но значит тогда давайте я это наконец это исправим. Вот это значит у йота теперь будет. Правильно все будет. Но значит просто это уже это на самом деле все правильно. И здесь написано. Надо просто чтобы вот тогда, вот так я сделал. Вот тогда все правильно все будет. Я вот этот вперед, вот. Я его разложил. Но я написал, да, значит, не подумав, что, как говорится, просто разложил производство. И он видит, а я не умер. Это цифра нет, это нужно. Мы можем эту и было, но для этого есть минуты на йоту тоже. Тогда там же все-таки D2 у йота будет. Да, это верно, слушай. Там еще сумма еще появилась. Да, сумма, да. Есть йота, конечно. Вот это. А, ну вот ошибку мы заметили. Это ошибка есть. Потому что здесь йота бьет, и здесь йота, конечно, тоже. Вот. А нет, подождите. Это вы меня сбили. Подождите, я сейчас. У йота? Так, а, нет, правильно. У йота, да? А, инта у нас. Так, подождите, кто-то у вас бил так. Значит, это вот и. А, ну да, и вот. Вот и. А это будет совершенно верно. То есть у нас здесь будет было так. А и йод на у. Вот это и это у нас фиксировано. Тот у и, который стоит здесь. А поэтому суммирование было. Ну вот это значит вот она осталась. Все, спасибо, правильно. Ну вот, значит теперь, итак, что же мы получили как итог? Значит, что мы получили в итоге? Получили только уравнение. И вот смотрите, как это уравнение, сейчас я расскажу. Так, значит, мы эту силу, вернее, я продолжу, вот это, да. Вот эту силу продолжим. Из этой записи это последует, что он F, значит, это сила и циты, и компоненты. Ита компонента силы равняется. Вот она чему равна. Значит, я ее запишу в виде вот такого. Посмотрите, вот В0 объем элементарной чеки. Ну, я просто вынесу вот здесь, единицы на В0 напишу здесь. Это нужно для того, чтобы размеры поправили. Вот. Не размеры даже, не правильно. А, значит, было правильно написано уравнение, похоже на упражнение сплошной среды. Оно сразу получалось, хоть нужно выявить это. В ноль разница здесь нам надо. Тогда, значит, это... А здесь нам нужно С, И, Йод, Э, М. И вот значок. Йод, Э, М. Вот они эти четыре значка. Вот они здесь 4. Вот. И значит это D2 U по DU. D2 по DU. F U не U. E. Так, значит, сейчас, секундочку, мы должны сейчас написать.
Wave at R n. R n здесь будет. L, N, да? D, R, M. N, да? Так, вот, значит, A, M, а у йод теперь должен написать. Вот, смотри, суммерный поет A, M. Вот йод, A, M. А это тетрадюка константа, вот она здесь получится. Вот мы еще напишем константу. Вот мы теперь, когда это сделали, мы сразу же получили нечто, которое и даст нам приближение сплошной среды. Это все, все очень просто. И более того, значит, очень важную вещь мы получили. Вот это С, И, Й, Э, М, константа, равная, значит, сумма, так, сейчас, минус, сразу я минус тут записал, внес, минус единица на 2 в 0. Это в 0, я на его воткнул здесь. Так, и наконец здесь будет сумма по n-штрих. По n-штрих. Так, а и йод. А и йод. R. A. R. Вот это здесь еще. Тут уж нужно не N писать, а лучше писать RN. RN. И здесь будет R, N, A. R, N, N. Вот, сумма по RN. Вот этим. Вот сумма по РН вот берется такой вот динамической силовой матрицы с квадратом, тензором квадратом, значит, этого вектора 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 шутка. Вот какая штука. Значит, мы силу записали в таком виде. А теперь, значит, уравнение, соответственно, чему будет теперь равно, напишем его аккуратно. Давайте N, U, так, N, U с двумя точками от RN, да, равняется, значит, единица, так, стоп, это единица, а нет, в 0, да, в 0, в 0, вот она, в 0, чем минус, в 0, С, И, Йод, L, M на D, 2, по D, R, D, 2, у йод, или, да, у йод, от R, у йод, от R, так, значит, R, N, A, D, R, N, M. Вот так вот получилось, такое уравнение. Уравнение, в частности, производных второго порядка. Первое, второе порядка времени, второе порядка получилось. Вот он. И теперь лишь осталось только РН объявить равным, как я сделал, я большой, а я хочу маленькое РН написать, чтобы это было радиус вектора, просто как обычно науки математической. Ну и получается уравнение сплошной среды. Ну только что, по-моему, это дискретно. А, дискретно это не надо. А нужно плотно, чтобы было. Так вот, M0 выделено здесь. M, деленное на V0, масса атома, один атом элементарной ячейки, деленное на объем элементарной ячейки. Что это будет такое? Это будет плотность. Плотность массы. Кристаллическая решетка, правильно? Каждая ячейка содержит массу, деленное на объем, получится. Вот. И тут я уже получил свое уравнение. Раз, выбираем. И здесь ро n. Вот. Получилось уравнение движения сплошной среды. Теория сплошной среды. Вот какая вещь получилась. Значит, здесь осталось только rn заменить на это, на r. Вот это координату. Координату. Вот так вот. Раз. Вот так вот. Раз. Yeah.
Вот, принципы, что среды получилось у нас. И что главное для нашего важное достижение, серьезное совершенно, а именно то, что вот этот коэффициент тензор четвертого ранга, он называется в теории сплошной среды тензор модулей Бруси. Не списалось только так. Это называется тензор модулей Бруси. Но не совсем. Вот если бы сейчас вы очень хорошо вспомнили теорию у Бруси, и вообще вам это уравнение, может, давали вам, писали это уравнение? Занимались вы теорией у Бруси? Да, да. Колебания, высоковольные колебания занимались? У нас, как оно? Ну, звук был всегда. Вот это теория звука, вот, фактически, мы с вами, дальше к ней вернемся. Так вот, вот эта теория, значит, смещение сплошной среды обращается вот в том, здесь входит тензор модуля Бруси. Но здесь есть какая-то тонкость важная для нас, как бы, таких классных теоретиков, сразу заметить. Это же, тут же не так совсем в теории Бруси. Да, не так. Я не достигнул, что она не туда состоялась. Просто рот был. Так вот, значит, смотрите, тут есть одна вещь, что там вот производные-то не так, не такие. Вот. Сейчас даже я сейчас пытаюсь, чтобы не спутаться, напишу, какие там производные. Вот. Так, это не все. Вот самое важное, что это не все. Смотрите, значит, у нас симметрию сначала проверили. Посмотрите, это симметричный, конечно, тензор. Потому что и идет переставление. Соответственно, и PLM он симметричный. Вот. Значит, вот эту парочку и эту. Ну, ничего, что мы написали, а почему? А вот чтобы так, чтобы такое можно было делать. То есть в жизни пробы среды это обязательно нужно. Потому что иначе вот так вот время не запишешь. Здесь производная, это смотрите, ДПДРЛ, вот по этим, которые, да? А там производная, это одна. ППП, это ее, это есть. Вот в чем дело. Вот я сейчас напишу вам теорию Бруси. Вы понимаете, что там есть. И вот если вот этой симметрии нет, что вот эти парочки можно поставить сюда, а эту сюда. И ничего не изменится. То есть если этой симметрии нет, то уравнение не совпадает, вообще говоря. Это, конечно, уже хорошо понимать тензорный анализ, значит, что это в чем приводит, да? Но, значит, если там все положить равными друг другу, то, конечно, тогда это никакого значения не имеет. Вот. Но если там есть такая, вот смотрите, значит, я сейчас напишу про теорию Бруси, как оно выглядит. Ну, я тут его не буду, и это как раз вам все это рассказывать, не буду все же излагать. Тензор напряжения там строить, и там как это получается, эта сила. Вот, значит, это нам можно оставить на стороне. А вот, значит, вот это самое. Ну, уравнение Гука-то, так сказать, закон Гука. Давайте, мы можем его написать. Но я сначала давайте вот как сделаю. Значит, смотрите, все же напишу. Вот вместо этого в теории Бруси входит это, смотрите, лямбда называется домен нуля Бруси. Сейчас я покажу, как пишется. И вот тоже, значит, М, ну, Л, я тоже напишу, ЛМ. Так. D по D R J Эпсилон. Ну, наверное, вы должны знать, это штука. А что эпсилон? Тензор деформации. То есть там, значит, в теории Бруси входит не просто производная ДУ по ДР, а тензор деформации, который равен ELM, равен 1 вторая ДУ по ДУ, значит, Э по ДРМ плюс ДУМ по ДРМ. Правильно, да? Вот как
там пишется-то? И вот чтобы видели, как тут хитро там, что здесь производный вход под R. Здесь, значит, входит такие производные, которые тут не входят у нас. У нас эти дифференцированные идет только по тем, которые к этим относятся. А к этому вот к этим очкам относится такое дифференцированное. И чтобы записать вот это вот в таком виде, ну я не буду это бухгалтерию назвать, значит, нужно просто, чтобы С и Й Фм равнялось С Лм и Й. Ясно? То есть пара может переставить. А из этого выражения, ну не каждый сообразит. Ну вот если бы вы, да, всегда в таких случаях представляете, я немножко про Гаусса. Гаусс в школе, когда в втором классе, учитель только хотел, так что решил задать. Значит, просуммируйте все числа от 1 до 100 всем ученикам. Хотел бы посмотреть, потому что я что-то позанимаюсь, как вы считаете, ребята. Гаусс через минуту поднимает руку. Я уже посчитал. Как усунул посчитать? Ну вот он, вы, наверное, вас учили, а его никто не учил. И он его это учил в начальном классе. Он 1 прибавил 99, 98 прибавил 2. Все стали считать 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. Ну вот. Вот понимаете, я о чем говорю, потому что, значит, конечно, если бы вы сейчас взглянули, а навыки были бы у вас хорошие, ну, математические, вы бы сразу сказали, как вот это доказать? А доказать это просто, знаете, вот это, кстати, только для простой решетки доказывается. Значит, вы помните, вот, значит, А от n n штрих, значит, А от n n штрих, у n штрих написали, да? Так вот, если здесь констату написать, то сумма по n штрих должна равняться нулю. То есть смещение кристалла как целого приводит к определенному свойству вот этой функции. А свойство, честно, в том, что сумма по n штрих должна равняться нулю. Вот. Так вот, есть другое еще свойство. Вы бы сразу же могли спросить, а где же другое свойство? А другое свойство заключается в том, что кристалл, если повернуть на какой-то угол, как целое, то тоже ничего не должно измениться. Вот в чем дело. Так вот это свойство как раз и вот здесь вот и отражено. Вот это вот равенство, значит, получается только в том случае, следствием того, той ситуации, что мы кристалл так поворачиваем, ничего не изменяется. Все что-то должно равняться чему-то там в кристалле. То есть эта вот штука должна обязательно таким свойством обладать, что именно вот это равенство должно быть справедливым. Она должна обладать эту штуку именно потому, как вот здесь она обладает этим, так именно потому, что это поворот. Значит, доказательство, я тогда раньше это вставил, сейчас это просто. Значит, нужно написать снова силу, вот эту, изначально, исходную формулу. Ну вот она здесь, у нас я сейчас написал. Это интересно тоже доказательство. Значит, как это сделать? А нужно просто написать. Вот мы здесь записали у касанта, а тут нужно УН повернуть. А как поворот? Это будет просто угол фи, дефи, мать угол дефи. Вот он вектор. Ну вектор поворота, значит, просто вдоль оси какой-то направленный вектор. И угол фи, да? Умноженное на r. Вот на этот рассеянный всех этих самых атомов. Вот дефи поэтому. Все атомы вот так вот. Смещение всех атомов, вот такое вид имеет. Значит, надо теперь вот эту пирамиду поставить вместо того, m вот в эту формулу силы. F от r равняется сумма по n'
А от РН. Ну, РН4, РН4. Так. И вот на Ойнштейн. Вот. И, значит, это написать. Значит, тогда возникает, ну, линейное по РН здесь что-то. Ну и, значит, когда вы приравниваете линейное, тут компоненты будут не те, которые есть. Вы прочее, разные компоненты. Поэтому возникает, если мы написали отношения, то возникает как раз, что вот эта вот штука должна равняться, значит, соответственно, то есть как раз равняться той, которая на месте стоит и идет. Понятно? То есть вот это. На самом деле сумма условий равняется всегда А, Л, М от РН, РН идет, РН, РН, М. Это же не идет, что это будет. Она идет И, И идет. Вот оказывается, вот эта вот вещь, вот эта вещь. Это именно получается от того, что при повороте стал не сила, сила равномерная, сила равномерная, но его при повороте, который человек выбирается. Ну это тут несколько, 3-4 строчки доказывается вообще-то. И в хороших книгах это есть. Значит, конечно, я думаю, что это может быть есть и здесь, но скорее всего, что это надо посмотреть, наверное, за это. Там больше практически еще. Вот такая математика слишком. Ну вот, итак, вот это значит получается, что вот это, когда вот это есть, тогда буква лямбда, вот тогда значит есть такое сношение, что я пошел убью. Это тоже его так, ну, наверное, никакой не имеет. Просто, значит, оно, значит, как какие соотношения, которые сейчас пишу я, понимать, чувствовать. Нужно просто написать какие-то конкретные компоненты. Вот там правильно используется сюда, посидим сюда. И, значит, рассмотрим отдельные компоненты. Ну вот, значит, смотрите, лямбда И идет. Вот тот самый лямбда выходит сюда. Вот, значит. Нам лямбда и идет. Так, Лм равно так. С идет М. Ну это вот некое решение тензорного уравнения такого. Плюс С идет М. С идет М и Л. Ну, закономерность, я не буду ждать, где это как же заставляется. Минус С, ЭМ, ЙОИ. Ну, я не знаю, как тут сообразить, чтобы правильно что-то выполнить. Вот, значит, смотрите, вот эта вот штука, вот, С. Там через нее выражается тензор в области, который входит в уравнение. Значит, соответственно, мы вот этим доказали с вами, что уравнение простая решетка со сложной решеткой, там всегда с более сложной, а простая решетка, она эквивалентна при малых, при длинных волнах, больших длинных волнах, но малости атомного расстояния по сравнению с длинной волной, она эквивалентна, значит, уравнение, уравнение теории пропусти. Вот. И значит, там входит тензорная пропусти, которая выражается через свойство этой решетки. Вот решетка содержится, смотрите. Вот здесь содержится решетка. Какая она здесь? Вот решетка. Вот сплошная среда для нее. Вот для нее сплошная тензорная пропусти. Вот это вот эта штука. Мы его выразим через свойство простой решетки. Вот это важно. Итак, значит, вот это уравнение сплошной среды мы получили. И, значит, соответственно, теперь мы можем на основе этого уравнения сплошной среды рассмотреть эти длинные волны.
кристалле. Обычно в физике тоже симметрия не рассматривается. Почему? Потому что симметрия это замкнутая. Поворота это симметрии этой, этих поворотов нет. И поэтому там нет. Там в сплошной среде, как правило, рассматривается изотропная среда. Здесь кристалл, а он, если его рассматривать, то это анизотропная. Так вот, в изотропной среде тензор-модулевые упругости имеют очень простой вид. Тензор-модулевые упругости в изотропной среде имеют простой очень вид. Сейчас я вас произведу. Ладно, я перейду к этому делу, значит, я умер 14 лет. Вот, значит, смотрите. Итак, сплошной среды. Значит, я предварительно сделаю нечто еще. А нечто здесь в том. Посмотрите, те заработали прокси. Вот теперь вы можете не сплошной среду рассматривать, а в принципе, вот кристаллы, а тем более, как мы видим, просто анизотропная сплошная среда, правильно? То есть, значит, если есть изотропная среда, то она не распространилась. А, так вот я как раз, может быть, это и хотел сказать. Я лучше скажу, забыл, потому что я и хотел сказать, что если лямбда и йод эм для сплошной среды, то есть полностью изотропной среды, имеет вид такой, то есть инвариантность относительно любого поворота. Значит, тогда он имеет вот такой вид. А, нет, правильно, я, значит, не сильно. Ну, два фрагмента я поменял местами. И нужно мне сначала это действительно. Сейчас я туда. Сначала я должен другой фрагмент рассказать. А именно какой? Вот смотрите, у нас вот этот тензор модуля упругости. Вот теперь, значит, мы рассматриваем теперь сплошную среду, но кристалл я сказал изотропная среда. Ну, сколько же компонентов этого тензора? Представьте себе, значит, это море компонентов. Если у него это матрица четырехмерная, четыре значения имеет. Так вот, оказалось из-за того, что есть симметрия. Смотрите, придет заменить на И, Э заменить на М, и туда и обратно, да? Вот, симметрия такая есть. И потом и пара, как мы сейчас поговорили, идет Эм тоже заменить можно. Он не меняется от этого. Так вот это вот, отсюда, значит, возникает. Что многие компоненты этого тензора равны друг другу. И, соответственно, в силу этого давно уже люди решили, это, наверное, еще чуть ли не в 18 веке, в 19-м параметре, значит, они решили вместо этого тензора, что нужно ввести просто двумерную матрицу. Вот. Как обычно, и тензор, и обозначая, так, значит, введя 4, вот смотрите, как здесь. Я думаю, может, даже вы это и слышали. Вот смотрите. 1,1. Ну вот будем x, y, z, они обозначают цифрами. 1, 2, 2. И тогда 1,1. 2, 2. Оказывается, что различимыми являются только 6 комбинаций. Тогда, если вот это все имеется, то только 6 комбинаций. 3, 3. 2, 3. Значит, ну если вы это не слышали, это надо обязательно знать. Поэтому, значит, давайте это я расскажу. 1, 2. Посмотрите, вот эти, из этих комбинаций никак мы не выдержим. Вот всего вот эти 6 комбинаций. Так вот эти 6 комбинаций обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так вот. И таким образом сейчас вместо этого тезера четвертого ранга вводим тезер второго ранга, но в шестимерном пространстве. Вводим так называемые упругие константы. Вот это C1,1, C1,2, C1,3 и так далее. И таким образом этот самый тензор модуля упругости сводится вот к таблице из этих 6 на 6.
Но поскольку это симметричная тоже таблица в силу вот этого равенства, то есть если, допустим, берем 1, 1, 2, 3, 3, значит, если можем менять, вот тут 1, 1, 10, 3, если можем менять друг друга, то эта матрица симметрична 6 на 6. И в результате, значит, возникает всего 21 компонента. 21 костра. Вот эти значит, тензоры второго ранга, это шестимерные, для произвольной анизотропной среды, анизотропной среды упругой, которая является, с которой сводится кристалл, она, значит, представляет собой матрицу, в которой 21 всего независимая величина. Ну и, значит, для самого симметричного кристалла, вот кубическая решетка. Ну, простая, и там, это уже не имеет значения. Вот, значит, простой кубической решетки, три всего остается костра. Три костра, три, значит, так, 1, 2, 2, и, так, значит, сейчас, вот, 4, 4, 4, С, 4, 4 есть, и С, или С, ну да, С, 4, 4, С1, 2, С1, 1, а С1, 1, равно С2, 2, С1, 3, да, 3. Ну вот это вот так, С1, 1, ну это равное С2, 2, равное С, диагональ равный, так, С3, 3, да, вот. А есть С1, 2 еще, и есть С4, 4. Вот три константы, 4, и вот это. А вот сейчас я хотел для круга эти следы написать. Вот там есть отношение, что, это же вы сейчас, одна вторая С1, 1, плюс С1, 2, есть С4, 4. То есть С4, 4 связаны с этим, С4, 4 связаны с С1, 1, плюс С1, 2. Вот. Значит, представляете, что такое С4, 4? Это не диагональное. Не диагональное здесь. То есть это сдвиговые модули. Это модуль сдвига. Вот там, где равны, все равно это модуль сжатия. А значит, где эти входы, вот эти 3, 2, 3, 2, это значит, они отвечают, естественно, поперечным волнам. То есть волны поперечные описываются сдвигами, модулями диагональными, а вот волны диагональными, продольными. Они, значит, описываются диагональными, С1, 1. То есть упругую волну, значит, упругую волну продольных, вот только С1, а это комбинация, извините, комбинация С1. Это неправильно сказано. Вот. А, ну просто потому, что вот это С1, это физическая вот такая вот, на самом деле, сжатие. Откуда вот эта комбинация? Она оттуда, что изменение элемента объема. В изменении элемента объема сплошной среды входит вот эта комбинация, деформация называется. Да? Вот эта деформация входит туда. И значит, соответственно, это поэтому запутываются там эти. Не просто С1, 1 входит в кругу, а некие комбинации. Вот. Ну хорошо. Так вот, значит, смотрите, я наконец напишу теперь то, что я хотел. Вот теперь для. Почему я остановился, собственно? Потому что тут выглядит написано через упругие константы, а не через лямбда. То есть, как правило, те, кто занимается своей рекурсией, те, конечно, не работают с этими лямбдами, а работают с этими константами. Но мы, кто в теории берем какие-то формулы теории рекурсии иногда и используем их, то мы все равно работаем с этим. Потому что, чтобы работать с теми, надо сначала теория упругости, значит, те формулы, которыми мы занимаемся, адаптируются, приписать вам. Это, как правило, лезвие делать. И поэтому, значит, описано, берем сразу из формы лотерей, вот штуки. Вот такая есть. Ну вот, значит, итак, вот для, и закончим сейчас, с этим я напишу вот как раз. Значит, смотрите. Так, вот, значит, вот оно. Значит, вот какая, сейчас напишу. Вот С, так, сейчас, С, так, сейчас, минуточку. С,
2. Почему это так? Сейчас. C1-2. C1-2 на дельта и йод дельта L1, знаешь? Ну это правильно, здесь я поставлю. Нет? Так. Плюс C4-4 дельта и N дельта так сейчас напишу дельта и N плюс дельта и N дельта вот какая получается вещь. Ну, конечно, когда все равны, вот эти, это будет, будет комбинация, в которую входит C1-2, то будет C4-4. Но здесь выражено через C4, но C4-4 равно, как я сказал. Значит, сейчас, секундочку, это все это... Так. Оно было... Это вторая комбинация или нет? Я думаю, сейчас... Так, да, C4-4, сейчас, C4-4, равно, да, посмотрите, раз, и перешел, C1-1, чтобы Бог не забудется, C1-1 равняется, так, C1-2 плюс C1-2, плюс 2, C4-4. Ну вот, обычно C4 записывают через 2, C1 минус C2, деленное через... А, C1 минус C2 деленное пополам. C4-4, я хотел бы это сформулировать, вспоминал. 1/2, C1-1 минус C1-2. Вот так вот. То есть тут на место этой, вот где-то вот я писал, вот здесь нужно писать, конечно, C1-2 и C1-1. И вы, кстати, в этой тоже среде остается только C1-1 и C1-2. Понятно, да? Вот. А всего остального нету. Ну или C4-4, почему здесь пишется? Потому что поперечная волна определяется вот этим. А продукт там балдой. Вот. То есть поперечная волна определяется не просто C1-2, допустим, а именно даже разностью C1-1 минус C1-2. Вот. То есть сейчас я напишу уравнение для поперечника. Ну я давайте сейчас не буду это писать еще в следующий раз. То есть я начну с того, что напишу уравнение для поперечника, для кубического кольца и для этого, чтобы нам. То есть всю ту теорию курса я уже расставить не буду, потому что это, ну, сейчас вопрос пошли. Сейчас вот честный вопрос вычисления, записи уравнений, вычисления частот. Да? Ну, частоты, естественно, значит, мы уже, кстати, не говорили, тут я даже не хочу сильно говорить, потому что объект равно S на K, да? Где, значит, в изотропной среде S зависит от, ну, вот это, грубо говоря, или, так скажем, K на модуле угол. То есть S зависит от направления вектора в изотропной среде. В изотропной среде также будет. Но если вдоль симметрии она идет, допустим, кубическая симметрия, тогда значит это скорость звука не зависит от продольности, не зависит. А не друг. По кубической среде сразу зависит. А вот в сплошной среде. Значит, закладывание. Сплошной среде не зависит от направления, естественно. Вот в этом все дело, что значит, есть анисотропия. Даже в самом изотропном кристалле, просто кубической решетки, все равно есть анисотропия. Ну, понятно, решетка все равно. То есть у вас направление распространения, скорость звука зависит. А в сплошной среде не зависит. И это
связано только с тем, что вот эти вот это вот эти равенства соответствуют. Значит, для кубического кристалла три константы. Вот С4, 4, 4 будет независимым. Вот этого нет соотношения. И тогда С1, 1, С1, 2, С4, 4 являются независимыми константами. И только этот факт дает то, что у нас возникает зависимость от направления скорости. Вот это независимость. Вот. Я посмотрю, я покажу, покажу формулу. То есть, допустим, по нейлоне куба распространяется одна формула, вдоль ребра куба другая формула для запущения. Вот. Ну и мы там, я прижу, приведу дексагональные шутки. Тенсор, вот эти шканская будет тенсор. Ну и там примерно уже. Вот я еще подключу, если сейчас напишу, чтобы вспомнить, что тут нужно делать. А там еще дальше. Ну вот, значит, наверное, на сегодня значит, да, список нужен, да, кто был?